Еда как искусство. О приготовлении блюд, сервировке стола, подаче пищи сегодня можно многое сказать. Вариантов множество, но все же есть такие праздники, где свои традиции, в том числе кулинарные, являются культурной составляющей. Рождество – один из таких, один из главных праздников православных христиан. Так в Щелковском районном культурном комплексе прошел тематический фестиваль кулинарного искусства. Его название говорит само за себя – православные традиции – Рождество. Хочется поздравить вас с Рождеством. Это великий православный праздник. А перед тем, как мы празднуем Рождество, православные христиане обычно держат пост. И, конечно, хочется и в период поста как-то разнообразить свои блюда, сделать их красивыми, вкусными, интересными. Так вот, традиция вот такой вот православной постной трапезы, она в том числе прослеживается и в вашем фестивале. Все, что создано в искусстве высокого, настоящего, это все основано на народных традициях. Обучаясь кулинарному искусству, приносите людям радость, и приобретая этот опыт, радость будет вдвойне и втройне. В программе фестиваля различные конкурсы. Вначале визитная карточка, представление участников. Это команды студентов колледжей Подмосковья, в том числе и организатора мероприятия Щелковского колледжа. Прибыли и команды Сергиева Посада, Ногинска, Мытища, Орехово-Зуево и других уголков Московской области. Все участники представили на оценку жюри сервировку рождественского стола. Ну а затем последовала дегустация. Как известно, самое важное в блюде – его вкус. А от изобилия представленных изысков глаза разбегаются. Пироги, пряники, различные закуски, многое другое. Команды подошли к участию в конкурсе весьма творчески, готовились старательно. Например, чтобы приготовить такого поросенка, команде Щелковского колледжа понадобилось 2 дня. Из-за майонеза было тяжело, поэтому 2 дня мы готовили. А что было самое сложное? Скажите. Пока проглазировать поросенка. Да, там надо было в очень холодной температуре, потому что надо было несколько слоев покрыть. И из-за этого открывалось окно, продувалось, было очень холодно. Поначалу-то мало приезжали к нам гости, а сейчас, конечно, учебные учреждения заинтересованы, детям интересно. Помимо конкурса, в программе фестиваля выставки и мастер-классы от людей, знающих толк в еде, ее приготовлении и вкусе не понаслышке. Здесь ребята, обучающиеся кулинарному делу, могут многое для себя почерпнуть. Стоит отметить, Щелковский колледж проводит фестиваль вот уже 3-й год, и с каждым разом желающих принять участие только увеличивается. Но оценивает блюдо строгое, но справедливое жюри, в составе которого и настоящие профессионалы своего дела – кулинары, шеф-повара. Нужно сказать, жюри фестиваля особо отметило в ребятах желание развиваться в выбранной профессии. Горят своим желанием работать, видно, что интересуются этой профессией. Мы в силу своих возможностей будем поддерживать их, конечно. Потому что как бы и в национальном деле поваров главная идея – это поддержание развития кулинарного дела. В результате команды Щелковского колледжа заняли 1-е места в 4 из 7 представленных номинациях фестиваля. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».